Канатная дорога, начало. Сегодня не работает она. Город Хайфа, район Бат-Галим. Дочь волн. Высокое здание, это новое здание больницы. Вон то корабли. Какие-то баржи ждут, наверное, разгрузки. Сегодня уже не будут, завтра будут разгружать. Вон хорошо видно порт, краны портовые. В море любители покататься на досках. Серфинг или как он там? Там за косой это пляж, там тоже полно этих серфингистов. Ну вот туда дорожка это, да. Пещера Ильи Пророка, еврейской традиции. Туда я сейчас не попаду, потому что тут ворота в замок.